Здравствуйте, мамочки! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о памяти. Для этого я расскажу вам о том, как я сохраняю памятные вещи. Возможно, моя идея поможет и вам сделать детство вашего ребенка более запоминающим. Поэтому начнем. Самое сейчас распространенное и модное – это номер на коляску. У нас номер цветной с именем, с надписью «Папина дочка» и со знаком нашего города. Здесь есть дырочки, очень удобно крепиться наперед коляски. И если кому-то эта идея понравилась, вы, конечно же, можете как заказать себе номер, так и сделать самим. Следующее – это вот такие вот отпечатки с гипса. Сейчас они, конечно же, у меня в первоначальном виде, можно сказать. Это ладошка и ножка. Это отпечатки ребенка в месяц. Обшлифовать, разукрасить и как-то декорировать можно бантиками, стразиками. И как только отпечаточки нашей доченьки будут готовы, я добавлю фотку под это видео. Если у вас есть какие-то идеи, как это сделать, конечно же, оставляйте мне в комментариях. Возможно, вы поможете мне сделать эти отпечатки более и более классными. Ну и следующее – это альбомчики. Как же без альбомчиков? И самый первый наш альбомчик, он вот такой. Название «Мій перший щоденник». Здесь вот есть фотографии. Написано имя, время рождения, рост, вес и все такое. Первые достижения. У нас уже в достижениях все заполнено. Здесь таблица до года, вес и рост записывать. Здесь тоже отпечатки, ручки, которые мы обвели. Ножка в месяц и ручка в месяц. Следующие в 6 месяцев ножка и ручка. Здесь семейное дерево. И в конце место для моей бирочки. Конечно же, мы ее пока храним здесь. В этом пакетике у нас две бирки. Надпись с корзинки, где лежала наша дочь. И, конечно же, прищепка от пупка. Ну и напоследок, память из одежды. Это у нас вот такая вот шапочка. Все остальные вещи я, конечно же, дома не храню. Потому что, во-первых, это место. Во-вторых, незачем. И следующий альбом вот такой. Размера А4. Здесь вот много-много чего интересного. Ну, к примеру, знак зодиака, что обещали звезды в этот день, мои первые успехи, купание, медицинская книга, как я принимаю ванну, крещение, как я познаю мир, мое отношение к еде. Много-много чего. Во-первых, много места, много интересных фактов, которые можно заполнить и оставить для себя, для своего малыша отличную память. Вот, к примеру, еще на прогулке. Почему бы не идея для фотки, правильно? Вот, на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр.